Торжественное открытие Аллеи Героев прошло в парке 30-летия Победы. 10 бюстов выдающихся людей прошлого и настоящего теперь украшают мемориальную зону. Среди них наши земляки, летчики Лидия Шулайкина, Александр Беляков и герой России Алексей Осокин. Аллея появилась благодаря проекту «Аллея российской славы», который существует 15 лет. Это за счет установки бюстов по стране. Мы таким образом молодежи даем возможность узнать. Поскольку на постаментах мы устанавливаем таблички, где написано, что сделал этот человек, какой вклад он внес в развитие государства или в обороноспособность. Наши дети должны знать, чьими потомками, каких победителей они являются, чтобы не забывали об этом. За время существования проекта увековечено уже более 500 имен. В основном это герои Советского Союза, России, писатели и артисты. На открытии присутствовали и потомки выдающихся личностей. Мы очень рады. Вы знаете, мы не ожидали, что будет бюст установлен дедушке. И тем приятнее эта радость. Рядом с аллеей высадили 17 саженцев черемухи, символы вечной жизни в память о наших земляках, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. А наши ребята, они, ну, молодцы, герои. Он погиб в этом году у нас, и вот мы посадили дерево. Будем наблюдать. Придем, посмотрим, вспомним, Санек. Вот ты у нас растешь. Вместе с родными и близкими героев в акции приняли участие глава округа Руслан Заголовацкий и жители города. Теперь аллея героев и молодые деревья, которые будут цвести каждую весну, станут символом мужества и любви к родине.